В этот день в учебных заведениях страны проходят различные мероприятия и капустники. Так, сегодня в Институте искусств прошел необычный концерт. Коллектив «Энерджи», в состав которого входят ученики и преподаватели вуза, поздравил всех с праздником прямо в фойе вуза. Прозвучали и современные песни в исполнении студентов. Всего же в Хакасии на данный момент образование дают один местный вуз и три филиала из других регионов. В них обучается более 8500 человек. А в 17 среднеспециальных учебных заведениях профессию получают 11 тысяч студентов. Самые востребованные связаны с автомобильным транспортом и строительством. Так что сегодня праздник отмечают практически 20 тысяч студентов республики и несколько сотен преподавателей.